192 серия. Мурманск, Магадан, переправа через реку Алдана. Идет пока ожидание погрузки. Что-то буду говорить в салоне автомобиля. Кому интересно, слушайте. Кому не интересно, можете пропустить минут 20-25, когда начнется живая погрузка на паром. Во время переправы снимал на видеорегистратор реку Алдан. Ну, посмотрите, если интересно. Много машин скопилось. Тут не по мере заполнения парома, а по расписанию. Мостик ремонтируют. Все машины не поместятся. Может, даже на этом берегу заночевать придется. Я не рассчитывал, по правде говоря, что до переправы сегодня доберусь. Дорога очень тяжелая, очень. И в основном вот такая гравийка, щебенка. Вчера были дожди вот от Нижнего Бестиха до, ну да, вот до этого места. И до такой степени была грязь сильная, что вообще машины не могли проехать. Стояли, ждали, когда придет грейдер и там что-то сделает, подровняет, насыпет. Да, с таким сервисом, с таким туризм речи быть не может. Об автотуризме, о путешествии. Сервис, конечно, 50% успеха в туризме, если не больше. Река Алдан, золотоносная. Ну, ее можно с Линой сравнить. Лина, наверное, чуть пошире. Но на линии я не переправлялся к Якутску. Автомобиль оставил в Нижнем Бестихе, а туда на воздушной подушке. Первый раз в жизни на воздушной подушке. Переправа вот в этом, в Крыму, Керченская переправа, вот этот Азовское море, там это сделано на уровне, там досмотр,
проверка автомобиля, номер двигателя, все остальное. Там в трюм заезжали все автомобили, фуры. Так, 8 часов должны были вечером, 18 по местному времени, уже 18:17. Какую плату возьмут, я не знаю. Говорят, с маленьких автомобилей 500, с джипа 1500, с фур, не знаю, там вообще 1500, наверное, если не 10. Что мы сегодня имеем? 595 километров пробег. 10 часов 51 минута движения, средняя скорость 55, 6 литров на 100 километров. Запас хода на 530 километров. Где ночевать будут пока? Ничего не знаю. Керченская переправа, паромы, там в трюм загоняли люди, поднимались наверх, там было место для отдыха, буфет, а здесь, говорят, в машине. Читал в интернете, смотрел ролики, переправа через Лену на пароме, что там творилось, кошмар. Первый раз я на таком пароме. Тем более через реку Алдан. В основном, говорят, трасса до Магадана такая же щебенка, гравийка. Время переправления, говорят, час с лишним на пароме.
такой организованности, не очереди. Я занял, справа стоит серый джип. Я подъехал, там стояли фуры, 6-7 легковых автомобилей и вот этот джип. Я подошел, спросил, больше такого не было. И вот тогда, говорю, я за вами буду. Ну, я смотрю, сейчас подъезжают и слева, и сзади стоят что-то. И на очередь, по-моему, наплевать. Кто успел, тот и съел. Ладно, посмотрим. Не получится сегодня, завтра. Заночую на этом берегу. У них начинается, по-моему, с 8 утра первый рейс. 8, потом, по-моему, в 11. Расписание точно не знаю. Спросил, где остановиться, мне говорят, километров 70, 60, 70. Затем доехать не поедет. Если 7-8, прямо на берегу там, наверное, остановлюсь. На ночевку. Приду по гравийке, по щебенке ехать в темноте. Ну, это дело неблагодарное. Готовность номер один. Керченская переправа там хорошо организована, очередь, очередность, и порядок, а тут что-то я ничего не пойму. Никакой организации. Машину бы не задеть еще, опыта нет, как поставить. Наверное, хуже погонит. Освобождает
место, чтобы их разогнать, когда он идет. Ну, фуры нам уже места не хватит. Вторая фура прошла. Еще в 11 сегодня, говорят, будет паром. Но я ночью не хочу переправлять. Одна фура, там еще две фуры, их на место не хватит. Спросить не у кого, блин, в этом порядке. Может даже
Ё-моё, что такое? Все. Заряжем ее. Проверка связи, как слышишь? Проверка связи, как слышно? Желтенько пропусти. Желтенько пропусти. Маленькую желтенькую пропусти. Желтенькую маленькую пропусти. Маленькую желтую пропусти.
отпусти маленькую желтую, да? Пропусти маленькую желтую. Да? Вижу радиостанцию у них в руках, но там, видать, другой диапазон, поэтому они меня не слышат на разных частотах. Ого, ну что тут скопилось. Обалдеть. Подойдет, наверное, скажет. Там парень ходит. О, еще одна. Ой-ой-ой, фур сколько. Сначала большие, потом на закуску маленькие. Думал заснять переправу. Не получится.
сразу лезут. Все пока здесь. Переправляемся на другой берег Алдана. Река Алдан, моста нет, ровная переправа. Паром, река Алдан, переправляемся на берег. Мостик приподнят. Ну вот таким темпом в течение часа, может быть больше, будем на другом берегу. Моста нет. Река Алдан. Вот ласточка наша среди толпы. Так, ну что, мы перебрались на пароме через реку Алдан,
швартуемся. И буду искать место для ночевки вблизи пристани. Сколько она заняла время переправа? Около часа, наверное. Отпустили мостик, по-моему. Звук был. Не знаю, слышали, нет. Сейчас будем выгружаться. Да, лучше всего, наверное, в светлое время переправляться. Прожектор слепит. Включили. Во время переправы он не горел. Его не включали. Сейчас начнется шевеление парома. Фуры будут выезжать первыми. Ну а за ним мелкие. Да, я не рассчитывал сегодня переправляться через реку. От города Алдана до реки Алдана. Но подводя итог сегодняшнего дневного пробега, левый ряд ушел. Наверное, оплата. Ой, они же деньги когда будут брать? Или бесплатно все это? Потихоньку, дядя, давай. Назад? Ага, да-да, руль выкрути. Куда? Влево. Да, нормально. Хорош. Право руль.
Андрюхи, не можно вперед. Я не понял, переправа бесплатно, что ли? Сами не скажут, я буду напоминать. Как за дурака примут, блин. Да что ты шипишь? Этот говорил, маленькие 500 рублей... джипы 1500. Здравствуйте. Спасибо. Можете уезжать. Ага. 500 рублей, ну, сами сказали. Где бы здесь припарковаться? Там где фора. Ни хрена не видно, где встать. Не знаю даже, блин, куда податься, где припарковаться.
Да, вот возле плаката встану и на ночь нафиг. Завтра в светлое время тронусь. Немножко вывернуть, блин. Нифига не видно. Все. Все. Останавливаю запись.